Да. Так, не ругайся. Ага, понял. Ну, я снайперку себе возьму одну. Я себе гранатометчик возьму. С подствольником, короче, калаш. И второй тоже возьму. Я когда в тот раз заходил, тут светлее было. Ну, тут же день-ночь меняется. Так, бинты. Рация. Я рюкзачок себе взял. А где рюкзак? Вот а, здесь в углу валялся. Слушай, а у нас и так вроде есть рюкзак. А там маленький, я большой взял. Маленький, говоришь? Да. Плечевая сумка. Та-та-та-та-та. Взял 4 гранаты. А, во, фига, здесь можно нажать таб, короче, и сразу посмотреть, что вокруг валяется. Угу. Так, а это сколько сумка? 4,2. Так, тротиловые шашки забрал. Там вроде что-то взорвать надо, да? Не знаю, может быть. РПГшку я не засуну, но гранату я могу взять, да, на слотик поставить. Даже эмочка вон лежит. Тоже еще одну гранаточку возьму. А вот по медицине что-то тут вообще печально. По медицине, да. Установить палатку нельзя здесь. Тут еще палатка вон какая-то лежит. Да, да, армейская палатка тоже нашел. Но ящик она... с боеприпасами. Пустые оба. Можно разместить точку возрождения. Ой. Так, а фонарик надо как-то там, на какую кнопку фонарик включать? Не знаю. Сейчас посмотрю. Какую-то да, но у нас его нету, походу. Да, ну, у тебя что висит-то? Вот, это фонарик висит. А, ну да, кстати. А как включать? Это вопрос. А, Эль попробуй. Нет? А, Эль, точно, смотри. Видишь, я включил. На Эль держу. Эль. Во. А, на Эль просто, он, короче, берет в руку. А удерживает на Эль, он включает на себе, понятно. Так, здесь где-то эта машина стоит, да? Да вон стоит. Ты что мимо нее прошел? А, там, кстати, изменения. В последнем патче теперь, если машина может, короче, ну, в разгоне перевернуться, то пассажиры вывалятся из нее. Ага. О, я могу выключать свет. Так, мы здесь находимся. Точка размещения. О, тут этот линейка есть. Здесь, если J нажать, можно увидеть цели. Показать. Атаковать, доставить разведданные, доставить транспорт, уничтожить транспортное средство. Возможно, разведданные. J удерживаешь, и там типа этот цели показывает. Топливозаправщик. Подбитый БТР, да. Так, ну чё, давай. Какую юг. Сначала? Какую сначала цель ты берем? Ну давай с самого верха вон возьмем. Возможно, атаковать? Возможно, разведданные на самом верху. У меня 4 цели. А больше никаких значков нет? Ну, ну ты на... Нет, ты на этот вообще, на М просто на карту возьми, включи. На J нажми. Да знаю я это. Ну ладно, давай атаковать, вот. Атакуем, короче, принять. Чё мы атакуем? А, вон чё мы атакуем.
Да, сейчас да, да. Пару раз в засаду тут попадем с тобой. Ой, компас есть, но ни черта на нем не видно. И, о, там зато юг нарисован. О, нормально, вот так, если прямо ехать, мы как раз сюда приедем, через лес. Заводи. Ты в какой игре видел, что можно поворотники включить? В левом нижнем углу посмотри. Ага. Я офигел, когда увидел. Аварийки можно тут включить. Да. Тачки вообще классные здесь. Так, ага, оп, налево сарка. Сворачиваем на дорогу. Вот здесь. Блин. И по ней езжать до главной дороги. Не здесь мы свернули. Ну ты, видать, не там, не в том. Где ты сказал, вот здесь, я там и свернул. Ну вот мы выезжаем. А, ну да. Т-образный перекресток налево. Потом прямо до следующего Т-образного перекрестка налево. И тачка, смотри, как себя ведет. Аж прыгает. Mm-hmm. Дальше прям. А дальнего света, видать, нет. Или есть? Есть. Ты в руки карту взял? Я знаю. Так. Опять налево на Т-образном, потом мы выйдем на большую дорогу. Нам надо повернуть направо. Тут это меня тоже прикольнуло, когда такой сидишь в карту, смотришь. Шмаляют. Это по нам, возможно. А, ну да. Слушай, мы, видать, не на ту дорогу. А может, интересно. А хрен знает. Ты штурман-то. Да, видать, не на ту. Вон слева привет. Город. Опа. Гони! Мы на военку с тобой приехали. Да хрен знает, куда мы приехали. Ну давай, до Рыбацкой бухты. Возможно, разведданные, там маяк будет. Мы, мне кажется, туда как раз и едем. Я вообще на этой карте не ориентируюсь. Я тоже. Первый раз на ней. О, смотри, сзади фонари зажгли, блин. Фонари вот. Сзади? Зажгли там этот, вот эта база, на которой были. Еще один КПП. Горе партизаны потерялись. Ладно, сейчас куда-нибудь выйдем, а там посмотрим. Не знаю. Да, до какого-нибудь города доедем. Так, ну мы сейчас на север прём.
хоть бинокль взять. А ты не взял, что ли, его? Не знаю. Ты чё, а чё я умер? Я вообще это в другом мониторе лазил. Пиздец, блядь. Согласен. А чё, я тебя вытащить не могу? Занято написано. Ну и чё занято? Тебе надо вытолкать меня. Убрать раненого водителя. От машины, что ли, ты сдох? Я не понял, от чего я сдох. А, я понял, от чего я сдох. Я нажал Windows, переключился на соседний монитор, и у меня был пункт выбран, короче, возрождение. Я кликнул на соседний монитор, и он меня, короче, меня убил. Вот так вот. Чё мне? Тоже сдохнуть, на тебе появиться. Так я на базе появился. Да, только там у тебя машины нет. Наверное. Да, нету. Ага. А как бинокль достать в руку? Ту-ту-ту-ту-ту. Надо тебя забирать. Я себе гранатомет взял. Я, конечно, примерно дорогу там есть какой-то... А тут светлеет, походу, да, на улице? Да, вроде. Так, быстрое перемещение. Посмотри, там какой-то или быстрое перемещение, может, или компьютер. Не, недоступно написано быстрое перемещение. Как-то так. Но я помню, тут сарка была, на выезде стояла. Да, только она, не знаю, рабочая или нет. А мне кажется, рабочая. Да, вон она, рабочая. По тебе, что ли? Ага. Я мимо твоей базы проезжаю. А, ну ты недалеко. Ну ты же всю дорогу влево поворачивал, я всю дорогу вправо поворачивал. Ну да. Логично, логично. О, они сигнальные ракеты запускают, вот.
выехал. Но я где-то тебя слышу. Я думаю, ты меня даже видишь. Потому что я вроде близко подъехал. Да, да, вижу фары. Можешь останавливаться. Сейчас подъеду. А, вон я тебя вижу. Ох, ох, как сигаешь. Ну-ка, Сарочка. Йо, смотри, какая классная Сарка. Ты колеса прикрутил? Нет? Конечно. А там капот открывается, кстати? Да. А, нет, слушай, он есть действие, но он не открывается как таковой. И есть действие толкнуть. Открыть багажник. О, тут топливо есть. Да, и ключ, смотри. Угу. Гаечный. Используя для ремонта поврежденного транспорта, может полностью отремонтировать транспорт. Ну-ка. И а толкнуть нас... есть, короче, в принципе, все действия, что в Дейзи есть, все, что все сделали они. Ну, у нас тоже полный запас есть. Ладно, штурман из меня фиговый, давай садись. Будешь мне подсказывать. Прикольно, да? Тюк, тюк. На какую кнопку? Да вон голову вниз от поворачиваешь тут. А, там же есть точно. Пересела тут? Да. Так, ну сориентируйся. Сейчас, погоди, сориентируйся. Мы как раз вот в том месте были. Вот. От штаба, короче, от нашего, смотри. Так, если вот это наш штаб, а мы с тобой здесь стоим. Нам, по идее, надо по этой дороге ехать. Да, налево. Да, по этой дороге едем налево. Прямо, прямо, прямо до Т-образного перекрестка. Ну, то, что на... я тебе говорил. На нем налево. И приедем туда же. А потом направо. Шифтуй, шифтуй. Да шифтую. А вот как еще запускать поворотники, интересно? Я не нашел поворотников. Да я искал. Только аварийка. Не выпрыгивай, смотри. Я знаю. Там на карте фигово сделали. Я ее включаешь, и он сразу резко на метку атаки переключается. Вниз туда съезжает. За звук. Езжай, езжай. А, это музыка, что ли? Налево. Ох ты. Гони, гони. Гоню. На перекрестке направо. Сейчас перекресток будет. Направо, направо. На перекрестке
Хотя прямо не сворачивай никуда до большого города. Тайник с оружием здесь недалеко, кстати. А нам стволы, думаешь, нужны? Нам броники, если только. Сейчас один городок проедем, его прям насквозь херач. Да, сейчас не прилетит. Городишко? Да, да. О, чувак, дави, чувак, дави, 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 если можешь. Ага, только не разбежали. А вот это большой город. Че, мы дальше едем? Да, да, да. Ох ты, них. Гони, 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 гони. Опа, я умер. Там, знаешь что, пойти всех долбать всех просто? Я вот тоже так подумал. Там еще фигня какая-то. Надо это, идти потихоньку целенаправленно убивать всех. Да, карта небольшая, что на машине рассекать? Еду обратно к тебе. Ниже. Ну я так понимаю, я там в машине должен валяться. Да, лежишь, да. А, ну подожду, себе залутаю. Нет, не залутаешь, я выпал с машины. Как так? Умер, что ли? Нет. Ну сейчас, может быть, сяду еще. А нет, не сяну. Убили? Да я это, сквет слетел, короче, она перевернулась, я выпал из машины. Про который ты говорил вот этот. Mm-hmm. О, я еще могу типа встать, что ли? Или я сейчас... А, да, смотри, я встаю. Я не вкуриваю, как тут лечиться и как это, блин. Все, пошли их долбить всех нафиг. Заклепали. Умер, что ли? Да. Так, сумку берем. Слушай, а у нас стволы это кончаются потихонечку. Да, да, там будет по дороге этот. Сейчас я по КМ возьму с собой. Я М-ку взял. И пару магазинов, что ли. Вот здесь еще есть что ПКМ лежит. А, мне хватит. Да я смотрю, что тут еще есть. О, калаш есть, что есть. АКСУ. Здесь везде, короче, оружие разбросано, в принципе. Ну-ка, во, вот это я лучше возьму. Вот это мне больше нравится. Это я выкину. Вот это я возьму. Буду зажимать просто. Здесь, короче, по дороге будет два тайных убежища. Тайник с оружием. Слушай, мы, мне кажется, еще знаешь, что косяк какой у нас? Мы с тобой... Надо было где-то палатку разворачивать, я не знаю. Все, пошли. Сейчас мы их отпиндорим всех на. Я так понимаю, нам прямо лесом. Угу. Быстрее дойдем. Вот СВДшки я потерял, вот это плохо. Угу. А я РПГ потерял. А сейчас мы найдем. Я там, в принципе, труп-то, я думаю, лежат. Ну, должны.
Так, а чё он там слева? Маяк, скорее всего. Можно туда пойти. Скорее всего. Немножко не туда мы шли. Когда рассветет-то? Да фиг его знает. О, у меня потеря пакетов прошла. Хорошо, что прошло. Пятьдесят три, 54 идет. 64 кадра в секунду. 92 FPS. 92 у него FPS. Вот жук. Ну 60 тоже хорошо. Но я, насколько помню, я графику это откручивал вниз. Но она мне, кстати, хуже шла. Сейчас нормально идет. Шоу удивительно. Военная зона. О. С ботами, правда, вот что фигово, это то, что... Они сквозь видят фигово. Сквозь. Да, 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 да. Я сейчас вот лежал в траве, короче, пытался отстреливаться. И это... Эти засранцы меня через кусты застрелили бы. Пока я долбился, правда, надо еще понять, как тут лечиться, блин. Я тоже вот что-то не вкуп. А там что-то отдельные кнопки, что ли? Или отдельные кнопки, или на слоты надо ставить. Да, там вон бинт есть, есть жгут. Угу, то же самое. И гранату как тут кидай. На Г нажимал, а... А ее на слот надо ставить. Гранату ставишь на слот, нажимаешь циферку и бросаешь. Веточки ломаем какие-то. Надо Максу показать, смотри. Смотри, смотри, смотри. Так, хоп. Через кусты, хоп. Через кусты, хоп. Пошли. Светлеет, что ли? Да хрен знает, а у нас часы есть. Сколько показывают они часы? Ну-ка, выбрать. Ну вот, военная часть вроде. Ну, давай ее раздолбаем, эту военную часть. А, да, вот мимо нее всю дорогу ездили. Может, залутаем там броники, каски, еще что-нибудь. Можно ли здесь так? Да, через этого снимем и все. Свет в комнате настраивал. А это ворона, что ли, блин? Я такой иду и в левом ухе слышу. Кар-кар, да. Думал, ты что ли там дышишь-то? Вон солдата вижу. Не? Вроде убил. Там он не один был, это точно. Угу. Ну, у них была ракетница, кстати, для света. Можно было надыбить.
Смотри там слева за забором, с стороны дороги. Видно там что? Хрен его знает, не видно пока ничего. Но я тоже пока никого не вижу. А, я слышу. Минус. В поле был. Когда же рассветет? Нифига не видно. Оп. Видишь? Перезаряжаюсь. Я его вижу. Снял. Убил. Их и залутать можно. Угу. Так, одного я вот здесь снял еще. В кусте как раз где-то был. Смотри, обыскать можно. Да, да, да. Проверить эти раны можно. У тебя? Живой? Он жив был. А, жив был? Ага. Короче, я броник и каску с него снимаю. Я своего пока не нашел. Иду к казарме, ко второму трупу. А и что такое? А, это дымовая граната. Я у казарм. Угу. А вон в поле лежит хвыт. Ты же его мальчил. Сейчас я добегу до нее. Смотри. Ну это вот ты на глушняк убил. Меня убили. А, нет, я без сознанки. Бегу. Где-то около казармы прям. Вижу тебя. Слева где-то стрелял он. Слева от казармы. Ближе к тебе должен быть. Так, я проснулся. Лечись. Ищу как, блять. Массированное ранение. Переключись на бинты. И перебинтовывайся. Ну-ка, жгутом, нет? Да хуй там. Сейчас посмотрю управление. Проверить раны. Я только проверить раны могу. А перевязать почему-то я не могу. Р. Р. Типа использовать предмет, да. Ну, используй. Винт. Используешь, нет? Да, да. Все. Морфина себе вколол. Здесь даже морфин был? Подобрал с него. Тут, кстати, тачки есть. Легкое ранение. Офигеть.
от стекла отражается фонарик. А вот, хотя нет, это явно не шети, не шконки, блин. Туалет какие-то. Наворот. О, машинка. В ней ничего нету, не смотрел? Не. Я казарму тут лутаю. Ну как? Что, в казарме что-то есть? Ну как я говорю, лутаю. Я смотрю, как оно выглядит. Понятно. Ничего не значит. От фонарика он прикольно, смотри, на стекол, видишь? То есть, если за стеклами стоять, теоретически, можно стрелять. Так, сейчас я посмотрю, может, я себя как могу вылечить, блядь. Полностью? Ну, я пока не понимаю, вылечилась я или нет, блядь. Я себе морфин вколол, и все. А, бинтики, бинтики. Бинт беру в руку, действий не появляется. Ну-ка, а у тебя... Стой, 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 дай. Проверить раны. Вот у меня есть значок. Легкое ранение у тебя. Да, да, у меня тоже написано, что легкое ранение. А у тебя бинты-то остались или нет? Да, 3 штуки. Вообще что-то, кстати, непонятно. Где эти бинтики брать? Бинтики где брать? Я с трупов поднял. Там же у них штаны можно залутать, курточку можно залутать. Ага. Как отдельно, как в арме. Ну я понял. Там за забором сейчас чувака тоже залутаем. Вот, посмотреть. Так, ну я вышел с армейской территории военки. Вот тут гранатомет, кстати, надо? Где? Ну, чувак за забором, который тебя убил. А, бегу, сейчас посмотрим. У меня, в принципе, вроде здесь есть что, куда бросить. А тут у меня вот лопата есть. А возьми ее в руки, может, окопчик выроем? А как лутать? А, вот он. О, вот он. Морфия, бинтики, карта. Угу. Тоже немножко они тут переделали. Правую кнопку мыши. Это, блин. Блин. Ты бежишь. Как слоны, блин. Вон, возьми себе этот. Гренадерскую эту. Куколку. Ну, этот. Жилет. Жилет. А я жив в жилете, я уже жилет надел. Не, не броник. 6B2. Карманы, карманы. А они что, под него одеваются, что ли? На него, да, прям. Разгрузка, которая... Нифига себе, смотри, какой у меня чувак стал. Так у меня, я тоже в разгрузке. Слушай, надо перчатки еще найти. И маску. Я вам оружейный ремень подобрал, а на нем калаш. На, эти-то возьми тогда, как его, световые вон, гранаты, кстати, возьми. Сейчас я их сброшу. А куда я их сбросил? Под тобой, я вижу их. А, бери. Так, зачем мне 2 фонарика выбросил? Прикольно, прикольно. Все, можно идти. Так, это мы, судя по карте. Вот это вот перекресточек, через который все ездили. Какой из них, блин? Так, там военка, короче. Ну, считай, смотри, мы повернули налево, ехали до Т-образного перекрестка. Повернули куда мы? Направо, что ли? Или куда мы там? Налево свернули. А, и... все, я нашел, где военка. Она прямо возле берега. 2 казармы. Военный объект. Вот мне такое ощущение, что мы там. Думаешь? Угу. Ну давай сейчас выйдем к дороге, Фотик посмотрим. Пошли, да. Но мы здесь рассекали. 2 раза ездили здесь. В этом месте. Да, видишь, мы у берега. Угу. Пойдем дальше.
Вот, дорога нам вот здесь. Сюда вроде как. Там, кстати, у тебя... А ты можешь выбирать, что заряжать-то в ГПшку? Да, вот мы сейчас и на этот, на север смотрим. На север. Слушай, нам не сюда, нам надо развернуться. Ну пошли, развернемся, что-то. Нам вон туда, на юг. Да, ну будем пока с фонариком бегать. Часы ты не смотрел, сколько время? Я не помню, на какую кнопку. А, во. О, тут еще без трех минут 10, ёпки. Тут ночь будет всю дорогу. Короче, вечер. Так что будешь этими зажигать. Файеры бросать в воздух из ГПшки. Интересно, как мне переключить, какой ГП мне заряжать, блядь. Ну, я не знаю, для начала. Сейчас у меня ствол. Сейчас у меня осколочная заряжена. А, ну вряд ли там через стаб, конечно. О, нашел. О, анимацию сделали, как типа вытаскиваешь. Ну, типа сейчас световая заряжена. Угу. Ну вот херанешь ее в воздух. Ты выключил фонарик. А то так палишь нас. Да, по КМ, мне кажется, фиг перезарядишь так. Если бежать и, точнее, идти и заряжать. Надо быть подумать. Конечно. Там такая дура, блин. Ну слушай, уже хорошо, мы с касками и в брониках. Угу. Уже Слава. Дольше жить будем. А может сейчас какой-нибудь БТР найдем, вообще будет красота. Он нас найдет. БТР? Ага. Так, там КПП дальше. Так что внимательней. Могу свет дать, если надо. Ну, жмякни туда, он вперед. Где-то КПП. Вот прям там. Смотри, как летит, классно. А, это не КПП, это сарайк. Ну слушай, зато посмотрели, как летит. Смотри, как шикарно летит. Ну слушай, неплохо сделали, очень неплохо. Представляешь, там где-то штурм какой-нибудь ночью, вот таких штук 20-30 летит, ну, и трассера во все стороны летят. Это что за светлячки, блин? Не знаю. Животиночка какая-то, типа, местная, фауна. А небо вроде не настоящее, кстати. Вроде. Непонятно. Угу. Почему? Звезды. А
Думаешь, похожи, сюда не взяли это дейзовское небо? Не знаю. Потому что в Дейзи это небо-то вообще настоящее. Ну да. Что-то тут есть дальше. Угу. Да, слушай, светлячки летают, прикинь. Угу. О, дорога. Есть. Мы вышли на основную дорогу. И мы вроде здесь с тобой направо повернули. Или налево, направо вроде. Не туда ли мы ехали? Нам направо, нам точно направо. А если мы сейчас пойдем налево, то мы придем на рыбацкую бухту. Там возможные разведданные типа. А, ну пошли сходим, посмотрим. Так, он тут ствол-то опускает. А, опускает на контрол. Два раза. А, ну да. На что тут только не хватает, как в этом, в армии третьей. Ну, посадки вот эти вот. Там 12 поз, чтобы стрелять, блин. Слушай, ну можно добавить, сесть, конечно. И все. И стой стрелять. Иди. Так, смотрим внимательно. Ой. Тут целый город. Так, военка, слушай, это военка. Че? Че, это база военная. Большая. Думаешь, раздолбаем дуэн? Вижу палатку медицинскую. Там поди бетер какой-нибудь. Сюда надо со снапой приходить. Трое. Трое солдат как минимум вижу. О, там вообще народу дофига будет. Ладно, постреляем что. Как в операции Flashpoint. У нас нет оружия, чтобы напасть на город. Давай на военную базу нападем, блин. Давай, блин. Как я ржал над этим моментом. Ты пишешь, да? Да. Так, ну что, гпометом будешь настреливать? Ну да. Парочку кинешь со световых. А потом осколком. Сейчас посмотрю, что у меня заряжено. Или сразу осколком прям заряжай и все. Они, по идее, там подсвечены все. Только надо будет прятаться, по-любому. У меня одна подсветка осталась. Как раз ее зарядил. Ну слушай, там свет. Есть ли смысл от нее? Ну да, вон чувак стоит. У входа прям. У входа не вижу, около УАЗика вон стоит. Вижу около УАЗика. Там куда-нибудь с пулеметом присесть, что ли, прилечь ли. Я так думаю, лучше вверх немножко подняться. Угу. Отсюда удобнее шмалять будет. На КПП один стоит. Около ворот прям стоит. Сейчас бы глушаки бы, о. Деревья мешают немножко. Да, блин. Ну, есть такое. Можно, в принципе, КПП держать, они будут сюда все бежать. Их отстреливают. Так. Снял. Сзади, что ли, откуда-то? Это я стреляю. Убил там одного. Слева откуда зашли, меня сняли. И справа.
Я его не вижу. Иди в тоннель, спускай сюда, иди. Я труп. Попробуй подняться, и я имею в виду на этом телепортироваться. Тут, мне кажется, как-то можно вот эту штуку сделать, телепортацию. Быстрое перемещение недоступно, написано. Может, ее не включено, или она тут не включена? Типа, нету, скорее всего, точек. Надо точки, типа, сначала захватить, скорее всего. Ну я бегу. Ну давай. Сарка новая заспаунилась. Спаун. Сарк. Разброса пуль нету совсем. Типа кучно глаза. Да, как лазер. Ты еще живой? Да. Проблема, у меня патроны заканчиваются. Там у меня целая куча. Слышишь, старик? Пока нет. Здесь же, чтобы проехать на машине, он же в объезд тут херачит. Но я вроде уже вижу, куда мне. Да, подъезжаю. Ну ты не торопись. Сильно так, сразу не влетай. Даже у него патрон кончится. Слышу стрельбу. Фига, здесь даже бензин заканчивается. Нихера себе вот эта гранатка, блин. В тебя что ли прилетела? Нет, это я кинул гранату. Здесь даже шины свистят.
Я банально выехал, короче, с гравийной, на асфальт у меня сразу засвистели. Угу. Ща подъезжаю уже, все. Давай, давай. Ой, я без сознанку упал, врезался. Сейчас поднимусь. Гонщик. Ты умер. Я умер? Угу. А, да, умер. Нифига, вот это я гранату кинул, блин. Ты в себя, что ли, попал? Да нет, я в КПП бросил, она, короче, там на дороге упала, она бахнула. Ну, я там уже. Сарка в смятку. Так, мы на рыбацкую, да, пошли? Слушай, а я могу перемещаться-то? А, не, быстро перемещение отключено. Не, переместился, все. Куда, на сарку? На перекресток на какой-то я переместился. Вот, восточная возвышенность. А, ну я вижу, что там... А, тайное убежище. Ты туда переместился. Я мимо него проехал и его открыл. Все понятно. Mm-hmm. Надо, короче, открывать тайное убежище. Они позволят на них быстро перемещение делать. Так, а я побежал, да, к себе туда. Да, давай. Сообразить где-то. Куда? Так а чё тебе? На этот какого? На восток? По дороге. Да, да. По дороге, по асфальтированной беги и все, никуда не сворачивай. Тут тачки нет? Слушай. Что-то там выжил, нет? Ну, я там пока вот подхожу, там, к тем местам, где мой труп. Никого не вижу. Попробовал я гранату просто кинуть. Еще очень сильно напрягает звук ломающихся веток под ногами. Да-да-да. О, я походу твой труп вижу. А, нет. Это пенек. Ну, я там чуть левее КПП на противоположной стороне в лесу сидел. Во, я свой нашел. Тут не знаю, понятие зарядки, разрядки есть, что ли? Да. Россыпи пули есть? А, вот этого не знаю. Мне кажется, тут нету этого дела. На военную базу, блин, вдвоем напали. Ну там есть, там человек. Ну я не знаю. Ботов 5 может быть есть. Ну я уже переоделся в себя. Ну я
напрямик через лес турвану. Кстати, учли, если типа с горы спускаешься, быстрее бежишь. Угу. Вон, я твою тачку вижу, на аварийках стоит. Да, да, я специально ее на аварийках поставил. Да, с гранатами надо быть. Как-то. Опа. Все? Гранатка. Хорош. Да не, нормально, все кинул. А, и ты кинул? Да. Один был на КПП и дальше туда бегали. Они, по идее, с флангов не должны зайти, потому что это все-таки военная база. Забор тут должен быть целый. Должен быть. Да не обязан. Ну да, согласен. Но, по крайней мере, на пристани я вижу, что нет забора. Ну, это на пристани. Там ну, так на пристани можно выйти. С военки же. Скажешь, как подойдешь? Я уже подошел. Иду свою по дороге. Утащу. А, ты прям по дороге? Вон, сейчас я тебе фонариком посвечу, видишь? На дороге. Нет, я около КПП прям сейчас. Вот подхожу к КПП-хе. Я тоже подойду. Слушай, а тут заборы вон дырявые. Да, 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 я же тебе говорю. Я прям напротив КПП. Угу. Я тебя вижу. Видишь меня, да? А теперь? Вот мой труп лежит. Залутай. Стекла по все повыбивал от гранат-то. Вон, вон, вон ходит. Ах, и этот работает. О, буханка. О, возьмем ее, на ней поедем потом. Сейчас на рабочую. Так, КПП чист. Здесь типа возможно разведданные. Опа! Отвали, где? Отвали, не знаю. Стрельба была. За УАЗиком был. Вот минус. Гад какой, а? Я его не видел. Какие-то нормальные стволы найти. Там генератор что работает? Возможно. Да блин. О, тут еще два УАЗика. Да мы, блин, с тобой на такую военку залетели. Опа, меня сбрили.
Ага, он уходит. Так, что-то мы тут стволы с тобой понабирали, блин. Минус. Ну, защищай пока тогда. Я сейчас там же появлюсь. О, калашик. Такое ощущение, как будто тот же поднялся. А, так, не могут. Себя сам залутаешь потом, я не стал тебя смотреть. Здесь Урал есть. О, сколько выборов у нас, на чем ехать. Есть тачки? Чё я нашёл? Что ты нашел? УАЗик с пуликом. Наверху. Ты давай ко мне лучше. Да, 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 я еду. Сейчас быстрее будет доехать. Сука, с вышки по мне. Я живой. Хорошо. С дальней, да, вышки? Да, да. Сейчас я им покажу. Еще минус один. Нет, слушай, это не тот тебя убил. Тот трупом он лежит. Да они там бегают по-тихому, блин. Фига, прикинь, РПГхи тут рикошетят. Yeah. Да, только что попал в железную амбар, короче, она отрикошетила, отлетела в другое место. Слушай, я пока еще на территории, вроде как, пока чисто. Угу. Тут дороги виляют, я не пойму, по какой ехать надо. Она там одна. Она виляющая как раз тебе и нужна. Вот она виляющая. Да, вот по ней прям едешь и все. Она это, ну, змейкой.
Так, Урал-бензовоз тут стоит. И на нем можно ехать. Ну, я думаю, лучше с Поликом поехать. Так, я на берег иду. Я подъезжаю. Слышите? Слушай, я вроде все зачистил. Иду это через санитарные палатки. Давай там эти надо взять. Доки поискать. Скорее всего в этом, в штабе будут они. Так, я не пойму, а нафига использовать для строительства вспомогательных сооружений? Также можно использовать лопату-то для разработки вспомогательных, да. Я вот думаю попробовать, может быть там можно этот сделать какой-нибудь там. Слушай, тут аптечка есть. О, ништяк, бери. Большая, еще физраствор есть. Так. О, есть эти сумки, обвесы, ну типа эти какого, карманы нагрудные и прочее, тут вот прям нульцевая лежит. Броники различные, каски различные, форма. А чё медицинка у нас дымит тут? А это я кинул. Так, ты где? В казарме какой-то. А, там пустые, они нет смысла. А я вот около буханки. Бегу. Нифига себе буханочка, да? Да я у другой буханки. За тебя. Пошел этот командный центр посмотрю. Здесь а. Урал, слушай, пиздатенький такой прям. Что-то разведданных тут не пахнет. А пересунемся к тому, что послушать нужно. Тогда к нам допутывало с радио Нокова. А вот поливая сумку. Там в казарме, да, сосед, рядом с буханкой. Bude okolo Evironské socialistické republiky Tam formu můžu poměnit. O poloměru dvou námořních mil mezi 47 stupni, 41 minutami a 0,5,0 sekundami severní šířky. No, smari, žilet, bojový sovětský bronžilet s titanovými plastinami. Mhm. Uvedeným časem
se veškerá plavidla nebo letadla pocházející z jakékoliv země, která do zóny vstoupí bez oprávnění, vystavují riziku sankcí a útoku amerických sil. To bom po věsu na 4 kg těžší. Jakákoliv další opatření, která Spojené státy žilety, které u nás k zajištění vlastní obrany. A to v souladu s článkem 51 Charty Spojených národů. A je vadit nemám. Tak to bylo oznámení OSN z posledních dní. Schválně neříkám, ne můžeš šadit? Protože tenhle záznam možná budu přehrávat i později. Надо свой сначала снять. Может, надо разгрузку сначала снять. No, ale co kdybychom teď všechny starosti zahnali trochu? Нет, я вот снял с себя жилет. А, есть. Да, нельзя, слушай. Я себе жилет снял, а новый одеть не могу, прикинь, блядь. Пошел с трупов жилет снимать, блядь. А ты простой жилет B2 можешь одеть здесь, он одевается. А, ну да. Значит, это удар, а, все, там видишь полоска, видать, сбоку что ли? Нету их. А, типа в наличии нету что ли? Че? Ну типа да что ли? Я думаю, пора валить отсюда. Ты нашел эти-то? Разведданные-то? Да. Нет. А, ну тут написано, возможно, разведданные. Насколько я помню, вот в этих вот домиках они как раз должны быть. Но я его весь обрыскал. Крыш чтоб не смотрел. Печатная машинка. Ну, значит, тут, видать, их просто тупо нет. Думаю, пора валить. Поехали. Я у твоего УАЗика. С пуликом, да? Да, да. Назад стрелять можешь? Или только вперед? Нет. Все, только вперед. Причем в левую сторону намного, а на правую чуть-чуть. Какую штуку бронированную, да? Ну слушай, здесь даже БТР не бронированный. Прошивается вообще прям так, так ничего чё? Делать. Едем дальше. Мы с тобой находимся здесь. Едем до конца. До убежища. Получается. Можем. Можно тайное убежище еще одно, типа, за это а, открыть. Вот внизу-то которое? Ну да. А вот тайное убежище. Давай откроем. Проедемся. Смотри, сколько тут тайное убежище. Да, здесь их много, здесь и до хрена этих тайников с оружием. Мертвые тела, вон еще тоже. Ну давай, вот ближайший вот, тайное убежище, Виктор. Через лес нам проехать. Получается. Короче, перед тем, как атаковать какой-то объект, надо тайное убежище открывать. Может быть, стволы еще складывать в тачку. Это там у нас на базе уже ничего не осталось. Ну, это надо на базу отводить стволы. Собирать со всех, складывать в тачку и везти на базу. В Урал.
Ну хотя, с другой стороны, тут тайную биржу дофига там, поскорее всего, стволов тоже. Или вот еще будет. Я как раз первый раз сюда поехал. Потом думаю, куда дорога не туда ведет. Я также. Вот здесь, походу, где-то, да. Тут сарай скорее. Да, открылось. Что, посмотрим, что тут есть? Давай посмотрим. Ради интереса. Либо дом, либо сарай. Да, сарай. Тачка. Тачка, припасы немножко. Топливо. Вот с этой стороны. Карта, бинокль. Палатка. А что палатка делает? Типа ее развернуть где-то можно, что ли? О, слушай, я тут, оказывается, шматья набрал в полные карманы. И палатку взял в руки. Можно разместить точку возрождения. Ну ее в тачку брось. До Мортона куда-нибудь доедем, там ее развернем. Чтобы рядышком появляться или что? Или ее можно, да, можно, можно сворачивать, разворачивать ее можно, я думаю. Так что сейчас будем какие-то точки подъезжать. Получается, да? Вот сейчас еще. Оказывается, и форма я тут набрал целую кучу. Все в тачку скинул. Так, ну, сейчас проверим. Сейчас погоди, я сюда это. Кидай, кидай. Пару магазинов закину на базе. Так, потом нам надо до дороги налево и на проселочную улицу. А можно и сразу прям проехать. Прямо налево, направо. Еще тайное убежище Ярослав надо открыть. А потом откроем еще тайное убежище Ян. И оттуда можно, возможно, разведданные открыть. Уничтожить транспортные средства, там уничтожим. Чуть-чуть тут на базе скинуло и прочего. Ну и нормально. Слушай, может это, полчасика покушаем? Да, давай. А то я даже не обедал.